идет борьба со злом. Только скажите, на помощь придем. Мы спасем, целый мир спасем. Мы спасем, целый мир спасем. Ночами выручаем, познаем и рифмы подбираем. Мы спасем, целый мир спасем. Мы спасем, целый мир спасем. Олет и лунный цветок. Обожаю цветы выращивать. Смотрите, какой подсолнух. Мой так вырос. Он огромный. Ты такой грустный. Как твой цветок, Амайя? Хорошо, отлично. Его надо хорошо поливать. Я знаю. Может, его стоит поставить на другой стол? Там солнечней. Я знаю, я собираюсь так сделать. Мы можем тебе помочь. Мы состоим в клубе садоводов и много знаем о цветах. А, спасибо, но я сама справлюсь. Клуб это супер. Но у меня талант к садоводству. Я знаю растения. Мне клуб не нужен. Пожалуй, я лучше возьму кое-что из садовых инструментов. А? Куда все делось? Мотыльки! Это проделки лунной девочки. Но зачем ей садовый инструмент? Днем она не выходит. А ночью растения не растут. Видите, я все знаю о растениях. Инструмент ей нужен явно не для добрых дел. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Амайя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Интересно, где же лунная девочка и садовые инструменты? Как их найти? Для садоводства нужен зеленый участок. Парк! К самолету! Итак, лунная девочка, где же ты? Совиный взгляд? Я не знаю, но я бы не хотел такое в своем саду иметь. А вот и лунная девочка. Лунная девочка, что ты натворила? Вам не нравится мой лунный цветок? Кстати, мне больше не нужен ваш садовый инструмент. Все, что нужно моему лунному цветку, это хорошая доза ночных лунных лучей. Ого, какой страшный цветочек. Страшный? Самое страшное еще впереди. Когда раскроется бутон и вылетит сотни семян, каждая семечка упадет на землю, из него вырастет еще цветок и... каждый из этих цветков произведет еще семена, из которых вырастет еще больше... Эй! Чей это план? Скоро лунных цветов будет столько, что для других цветов места не останется! Ха-ха-ха! Надо остановить этот сорняк, пока он всю планету не заполнил. Что же нам говорили в клубе насчет удаления больших и гадких сорняков? Надо его выкопать, это просто! Нет, стой! У него должно быть большие корни! Их все следует удалить! Если останется хоть один корень, из него вырастет новый лунный цветок! Тогда будем вместе копать! Это садоводство по методу Олет! Пойман. Двое осталось. Суперскорость!
идея. Цветок растет в темноте, так? Значит, он не любит свет. Если направить на него свет фар самолета, он перестанет расти. Стоп! А как же моя идея? Я тоже неплохой садовод, вы забыли? А лет выкапывание не поможет. Лопатой возможно, но мы ведь можем использовать когти самолета. Я облечу цветок и выру его, стараясь держаться подальше от липких побегов. Тебе конец. Так-так, пора избавиться от этих паразитов. Я попалась! Опять! О, какая жалость! Птички, не велить! Держу! Пора использовать супермышцы! Да! Отпусти моих друзей! Чешуйчатый! Гекко, берегись! Давай, лунный цветок, расти! Дай побольше семян, чтобы на земле не осталось места для других растений! Выкапывание здесь явно не поможет! Ты прав! Эй, интересно, что будет, если его полить? Если полить? Но от этого он вырастет. Это не земное растение, а странный лунный сорняк. А вдруг от воды он может усохнуть? Подожди, у меня появилась одна идея. Мы можем обмотать сорняк этим шлангом и повалить. Олет, я не уверен, что выйдет. Дайте мне шанс. Я, конечно, не ходила в ваш клуб, но кое-что в этом понимаю. Олет, стой! А? Эй, ты, птичка! Готово! А теперь осталось лишь потянуть! А-а-а! Кэтбой, разберись с ней! Гекко, мотыльки! Кыш! Кыш! Он семена выбросил. Это все из-за меня. У вас ничего не получилось. Ха-ха-ха! Ящерки в ящике. У лунной девочки будет свой сад. Цветы заполонят весь город, а другие растения вымрут. Я бы не справилась без твоей помощи. Ха-ха-ха! Она права. Надо было вас послушать. Но я хотела доказать, что я хороший садовод, хоть я и не ходила в клуб. Не переживай, Олег. Есть идеи? Я слушаю, без шуток. Думай, думай. Эти семена повсюду вокруг нас. О! Они летят туда, куда дует ветер. Стоп! Это отличная идея! Куда дует ветер? Надо сделать так, чтобы ветер дул в нужном направлении. Я знаю, что делать, но только мне понадобится ваша помощь. Каков план? Идем со мной! Настало время героев! Готов, Гекко? Пора уже начать операцию «Ветер». Готов, Кэтбой? Готов! А? Суперсовиный ветер! Они все здесь! Серьезно? Я еще выращу! Помню?
помнишь твою идею? Земные растения любят воду и свет. Может, это лунный сорняк не любит? Есть! План сработал! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! И приз за лучший подсолнух получает Амайя! Очень хочу поблагодарить ребят за советы. Теперь я знаю, сколько света и воды требуется растениям. Нет, правда, это и ваш кубок. Класс! Чемпионы!